Подуем. Опасно. А давайте еще
ребятки, куда он погодился? Куда он погодился? Ребятки, Амелька, давайте, давайте я посмотрю сейчас, кто там живет. Молчу, знаешь.
Хорошо. Ах, как песня хороша! Молодцы, ребятки! Не пойму. Ребятки, а зиму вы любите? Да! Да! Мы, конечно, любим! А мороза не боитесь? Нет! А поиграете с Дедом Морозом? Да! Пошли, Соня.
Снег идет, снег идет. Скоро, скоро Новый год. Дед Мороз нам идет и подарки принесет. Молодец, молодец. Так, Элки, пошли стишок рассказывать. Вот какой у нас гусарый идет. Красивый, красавец гусарый. Настюша, пойдем, моя хорошая. Длинный стишок тоже получила. Давайте. Громко рассказывай. На эти губы папа маски, да нам то еще на переводе. На переводе Новый год. Я уже подписаю. Ты тоже хочешь рассказать? Ну-ка громко, ладно? Умничка, похлопали. Никого не забыла, все рассказали. Василек, идем, Василек. Василек, подожди, подожди. Сейчас. Скажите сразу. Анечка, у тебя есть пара? Анечка, возьми Ванечку за пару.
Танцевать пошли скорее. Скорее танцевать будем. Сколько, пожалуйста, иди. Ребятки,
Игрок-то один, а нас ребяток-то много. Ой, что же делать? Как же быть? Где подарки раздобыть? Ну, Елочка! Ты хотите там? Там сугроб волшебный есть, и подарков там не счесть. Дедушка Мороз настоящий волшебник. Да. Пойдемте посмотрим, как он сейчас. Ребятки, сидите на местах, дедушка сейчас посмотрит, куда показать. А мы смотрим, а то не видно нам будет. Все смотрим, ребятки. Куда дедушке покатился помочь? Кстати, сюда покатился помочь. Дедушка, давай, я подержу дедушка. Вот мой волшебный посох. Вот он с подсказкой. Ой, оказывается, смотрите, смотрите. Какой большой мешок. Помоги, помоги. Ой, давайте, давайте, скорее. Вот, посмотрите, волшебный. Покажи мне. Вернись на меня. Все, ребята, подарки. Нравились вам подарки? Всех подарки. Я открываю, коробочки не раскрываю. Анюта, кто тебе дал? Тёма. Вам, вам слушались. До свидания, ребятки. До свидания. Еще раз обойдем елочку, попрощаемся с ней до следующего года.